название. А вот 95-4. 95-4, вот и все резюме, например. Да, 95-04, да, на кроссом получается работа, то есть Сахалинка в ДМР, в ДМР, в Сахалин, ну все понятно, здорово, что могу сказать, заходите тогда почаще, вот такие дела, ладно, вопросов не будет, надеюсь, услышимся неоднократно, ну и пока, 7-3. Да, принято, Максим, тоже. Спасибо, до связи, пока, 7-3. УБ-7, киловатт, Анна Галина, я Роман, центр, 3 центр, прием. Эхолинк ДМР. Да, Максим, добрый день. Был я неоднократно в Симферополе и с местными встречался. Так что, зная город, вот, и в Ялте отдыхал достаточно много раз. Вот так что. Эх, последний раз был когда? 2 года назад. В Симферополе. Даже не. 3 года назад. 3, да. Или 2. Что-то я уже сам запамятовал. Зовут меня Тони, Тамара, Ольга, Николай, Иван. Нахожусь я в Новой Москве. От старой Москвы в 5 километрах. То есть от кольцевой дороги. Вот эта территория теперь Новой Москвы. Наверное, знаете. Вот. Использую. Да, Эхолинка у меня 15 километров к югу от меня. Находится он в Троицке. В общем-то, я оттуда родом. Вот, так скажем, переехал сюда ближе к Москве. Ну, в принципе, да, с ДМР я отлично получаю. То есть, ну, немножко приглушенный такой сигнал, да, ДМРовский. Вот, так что свойственно, в общем-то, понять по сигналу, что с ДМР идете. У нас порядка 22 градусов в данный момент у меня показывает. Вот, и солнышко вообще ни одного облачка здесь у нас в Москве. УБ-3 киловатт, Анна Галина, я Роман, центр 3, центр прием. Симферополь. РТ-3Т, 8ГГ, Томин Добринета, очень приятно расслышать. Вот. Все, принял, все, услышал. Да, тоже свой там так своеобразный звук, стоит прислышать. Вот, микрофлинг так своеобразно отрабатывает голос. Вот, понятно. Ну, у нас уже повторялся 20. Сейчас даже точно скажу вам. А нет, обманул. Владимира 29 показывает тени. Вот, солнышка нет, пучки гуляют. Чё себе, 29 в тени? Вот, сейчас обещают дождик. Он как, никак все не сорвется. Очень ждем его. Но надо. Надо, жили много. Хоть мой, да придет жизнь. Он его дела. Хорошо, спасибо. Так вопросов, в принципе, нету. Вот, рад был вас слышать. Вот. Если есть, давайте. Я так. Себе еще пожелания вам удачных выходных. Ну да.
Б7 киловатт Анна Галина, я РЦ3Ц. Максим, спасибо. Да нет вопросов, в принципе. Рад был слышать Симферополь. Постоянно тут про Крым вспоминаю. Вот, как отдыхал в Ялте, тут меня все... Миша РЦ7К зовет в гости, говорит, давай, говорит, там, приезжай, говорит, съездим в горы, говорит, там, съездим на море, ну и тому подобное, в общем-то. Что-то как-то я все пытаюсь выбраться, не получается. Ну да ладно, говорится, не в первый и последний раз. Хорошо, Максим, доброго дня, хороших выходных и до будущих встреч. Б7 киловатт Анна Галина, ДМР, я РЦ3Ц, в общем-то, Эхолинк 73, спасибо за контакт. Да, принято, приезжайте, всегда рады. Вот, Михаила и слышит, тоже ему привет. Либо потом передадите 7-3, пока-пока, смотрим, зачем РЦ3Ц. Здесь РЦ3Ц. Я видео выложу на YouTube. Пишу на телефон в данный момент. Хорошо, 73. Спасибо. До свидания. Да, Миша, передам привет. ФТ-8 описала жестко. Точнее ничего. Так, следующий ролик я, наверное, про антенну сниму. Не, антенны есть. Так что надо ролик про антенну снять. Ну все, РЦ30.